Какие животные считаются домашними? Согласно статье 3 Федерального закона об ответственном обращении с животными, домашние животные – это животные, за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, которые находятся на содержании владельца, физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, засады, цирки, зоотетры, дельфинарии, океанариумы. Какие животные считаются домашними? Согласно статье 3 Федерального закона об ответственном обращении с животными, домашние животные – это животные, за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, которые находятся на содержании владельца, физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, засады, цирки, зоотетры, дельфинарии, океанариумы.